Досконально разобраться в греческих героях, выяснить, кто есть кто и как выглядел, теперь можно и в Харькове. Вот они, молодые и красивые. Их зовут аргонавты, им нужно золотое руно. Мифы Древней Греции утверждают, что сын греческого царя Ясон побывал в далекой Колхиде, чтобы раздобыть то, что могло бы спасти погибающую от засухи Грецию – золотое руно. Греческий историк тогда писал: «Золото песчинками несут реки с Кавказа, и жители расстилают бараньи шкуры по дну реки, собирают в них золотой песок. Отсюда и пошло выражение «золоторунные шкуры». Потом их сушили и вытряхивали из них золото. Возможно, за такой шкурой и отправились аргонавты». Теперь здесь можно увидеть спектакль «Золотое руно». Историю плавания Ясона и аргонавтов автору и режиссеру пьесы Александру Драчеву пришлось адаптировать для детского театра. На сцене целый корабль, и сделать так, чтобы он поплыл, это не самое сложное в спектакле. Самое сложное это было то, что как бы греческие герои, древние греки, они были кардинально отличны от нас. Это как бы люди были гармоничны душой и телом. Вот это как бы самое сложное было вот вытащить из актеров вот это. В спектакле очень много музыки, песен и танцев. Актерских, режиссерских и композиторских ресурсов в Тюзе вполне хватит для постановки мюзикла. Пока же. Ну, это не мюзикл, конечно. Вообще, честно говоря, он должен был, этот спектакль, идти без музыки. Как бы мы в результате пришли к этому, да, к большому количеству музыки. Но у нас, слава богу, появились сейчас актеры, которые поют, потому что это вечная проблема. Вот Олег Диды, который играет Ясона, вот это оказался очень хороший мальчик с очень большим голосом, вот он будет в финале петь. Вот. И о мюзикле мы мечтаем дальше, скажем так. То есть можно думать, что скоро Хрикачене увидит свой Чикаго или свой какой-нибудь Норд-Ост. Да, именно об этом мы вот сейчас с Сашей думаем. Ну, это будет называться «Сумская» там, или, например, «Полтавский шлях 18». В спектакле заняты совсем молодые актеры, вчерашние студенты Института искусств. Это их первый сезон в театре. Как им удается сделать так, чтобы дети смотрели спектакль и не шумели? Да, обычно дети очень шумные, особенно во втором акте, конечно. Но просто нужно взять их внимание. Вот, я не знаю, это удается как-то так вот. Вот удается. Богиня войны Афина Паллада столкнулась с другими сложностями в процессе репетиций. Самое сложное для нее было воплотить походку. Самое сложное было научиться, как бы, как скользить по сцене, такой величественный поход, как бы плыть так. Играть с детства знакомых и любимых героев легко, утверждают актеры, занятые в спектакле. Приключения, любовь прекрасной девушки, битва с драконом – полный набор сказочных атрибутов. И актерам, и зрителям нравится. Это история о детстве, о нашем с вами детстве, потому что все мы любили, ну, по крайней мере, я любил в детстве читать мифы очень. И, наверное, самое сложное было в этом образе – это вспомнить, каким ты в детстве себе представлял этого героя. В детстве самое правильное ощущение всего, что как ты воспринимаешь мир. Когда ты вспоминаешь, как это было в детстве, и у тебя получается с помощью режиссера воплотить это, вспомнить и показать, тогда все получается. А это певец Орфей. Правда, он по сценарию трусоват, поэтому товарищи относятся к нему чуть снисходительно, давая понять, что в те героические времена искусство у греков было не в чести. Ну вы петь умеете? Это пел я. Некоторые говорят, что я не умею петь, другие говорят, что я умею петь, но я еще не знаю. Ну вы же Орфей, вам по роли положено. По роли, конечно. Орфей знает, что он умеет петь, и он самый лучший. Это же Орфей. Благословен сей муж, кто в этом море плыл, среди отчих берегов и танка рунных рек. Актеры говорят, что работать с режиссером – одно удовольствие. Александр Николаевич Драчев – хороший режиссер, и с ним, в общем-то, очень легко работать на самом деле. Он никогда не давит актера, он всегда принимает то, что актер ему дает. Но конечно, деле... что же актер скажет, если режиссер стоит рядом. Судя по реакции зала, а спектакль смотрели школьники-подростки, самые тяжелые зрители, он все-таки удался. Дети узнали, а взрослым еще раз напомнили, что в мире правит только дружба и любовь.